Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас новая неделя, забираем с тобой ежедневные награды. И сегодня мы должны бустануть. Ну, попытаться, по крайней мере. Так, открываем колоду. Здесь за серию испытаний. Так, что у нас еще? Ну, понятно, понять уровень персонажа и сразиться в боях. Где у меня Шреддер? Где его навыки? Так, прокачка. Здесь нужно нам найти 8 наушников и 6 капсул. Ну что, начнем с капсул, пожалуй. Нам выпал просто змейковьюн. Так, микроскоп. Угу. Фигушки нам, да? Ячейки крэнгов. А, вот она появилась. Это только одна. А нужно 6. 2. Ну давайте, не жмитесь, господи, что вы... Все время мне зажимаете, а? Постоянно вот так происходит. Не дадут. Не, а, ни в какую не хотят. 3 4. Ну давай. Всего-то 2 осталось. 5. И последнее. Не микроскоп, я говорю, а ячейку крэнгов. Все, ребята. Так, смотрим. Да, и в следующей серии попробуем с тобой найти 8 наушников. Ладушки, так, поднять уровень персонажа. Вот как раз мы ему и поднимем. Замечательно. Так, ну что, забираем с тобой награды все. И пойдем с тобой на ареночку. Так, для начала мы еще вот здесь вот с тобой откроем пак. Зайдем в магазин, посмотрим, может быть, что-то за сюрикены можно будет приобрести. Опачки. Рокстеди. Отлично. Конечно, я сразу приобретаю, потому что у меня сюрикенов уже 126 тысяч. На что тратить, я не знаю. Так, а что у нас? Опа-на. У нас и монетки есть, как раз для Алапекс. Давай приобретать. А по жетонам что у нас с тобой? 565. Маловато. Маловато, потому что мы хотели с тобой, по-моему, Рафаэля, да? Приобретать. Ладно, будем дальше копить. Так, ну что у нас на этой неделе, друзья мои? На турнирке у нас разыгрывается Шархан, или Тигриный Коготь, как вы его называете. То есть для меня ценности он абсолютно никакой не представляет. А вот по испытаниям, ну неужели, друзья мои? Усиление Технодрома, то есть есть вероятность пофармить Крэнга. И это уже хорошо. Так, девичья сила, ну вы знаете прекрасно, что мы ее разбираем с полточка. И классическая бойня здесь у нас, да. Те самые персонажи, которые мне нужны, а именно Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Ну и конечно же Крэнг. Отлично, ну что же. А мы с тобой отправляемся прямиком на турнирную арену, поехали. Так, времени у нас с тобой сколько? 4 часа дня. Так что мы не должны успеть с тобой. Точнее, не должны опоздать на быстрый, как говорится, фарм и буст. Так, вот, я уже нашел 11-11, так что поехали. Идем в самый хвост. Выбираем моих персонажей 30 уровня и поехали. Тут, ты как понимаешь, ничего страшного и сложного не будет. Тут у нас муха. Кстати, ты заметь, постоянно, когда мы с тобой начинаем фарм... Почему я называю это фармом, а? Бустовать у нас всегда вот эта команда выпадает. Постоянно. Вот если не веришь, можешь посмотреть предыдущую неделю. И там тоже начинается так же. Муха, Макман и Рокстеди. Или я уже просто заигрался. В общем, короче, ребят, мы с вами здесь прошли. Двигаемся дальше. Я хочу посмотреть, насколько будем быстро мы с тобой продвигаться. Естественно, я буду находить противников как можно... с большим количеством кубков. Так, воин 2 звезды. Да, отличное место. 78. А почему? Почему так мало? Так, 11-11. А дадут мне 11-12? Вон, было, было, ребята. Проворонило. А вот теперь попробуй найди. Вот, есть. Роберт. Отлично. Тут я смотрю, у него 21 уровень именно Эйприл. Как раз... то, что нужно. Поехали, ребят. Хан и кто там у них еще? Карайка для нас. Ну, здесь вообще ни о чем, ребят. Давай бомбить. Ну-ка.
Хан выжил. А если вот так вот? Нормуль. Так, давай-ка мы, наверное, Карайку с тобой бомбанем. А уже потом и Эйприл. Ну-ка. Да ладно. Да, Голупит почему-то у нас с тобой пока слабенький. Но он и по звездочкам, если честно, не очень-то хорошо отрывается от всех. Так, ну что, воин 3 звезды. Шикарно. Так, выбираем с тобой что-нибудь посерьезнее. Так. 11-12. Вот. Вот. Именно вот здесь, ребятушка, и мы с вами остановимся. Так, уже 4 бойца, как ты видишь. Тут у них 24-й максимальный уровень. 22-й, 23-й. Ну, а у нас практически уже 40-е. Так что, конечно, шансов у них здесь на победу нету. Так, начну, наверное, с Рафаэля. Поехали, его накажем. Ага, не уронили. Это плохо. Так, теперь бы... А, давай сделаем массовую атаку. Пидыч. Блин, мне нравится, как он бомбит. Если прокачать вот этот вот, ребята, ему колонку, да? Гидрант. Будет вообще круто. Будет с первой попытки всех уничтожать. Все. Донателло оригинал упал. Наши ребята радуются, а мы с тобой продвигаемся дальше. Я хочу глянуть, на какое мы сейчас место с тобой, во-первых, переместимся. 83-й, мы уже в элите. Поехали. Так, 12-13 меня не устраивает. Хотя, подожди, не, это нормально. Максим. Ну, давай, Максим. Сказал А, говори Б, поехали. У нас уже с тобой 40-й уровень персонажей. То есть отрыв идет у нас практически на 20 левелов. А это серьезно. Начинаем с кроликов. И, естественно, с массовой атаки. Но никого не уронили. Так, Пит, тебе здесь не рады. Упал. Теперь, давай, наверное, вот так сделаем. Отлично. Так, Донателло, что там стоишь? На-ка. А Рокс где-то выпендривается-то, посмотри. Давай вот так вот звезданем ему. Все. Ну, ребят, вы сами понимаете, да? 20 уровней разница, конечно же, они будут у нас здесь падать. Ну, жалко, конечно, что не с первого удара, но тем не менее. Ага, смотри. Мы даже с тобой не успели перейти сразу в элиту 2 звезды. То есть это говорит о том, что будет сложная борьба у нас сегодня. Так, 12, вот. Это у нас Франк. Давай возьмем его. И смотри, уже 30 уровни пошли. Да, как-то быстро меня, ребят, догоняет. А разрыв сокращается. Было 20 уровней, уже стало 10. Так, глядишь, и имбу придется подключать к нашим боям. Ну что же, тут надо, наверное, с мухи начинать. Поехали. Хотя лучше, мне кажется, надо было ставить месть на Майке, ой, на Рафаэля. Так было бы лучше. Так, бросим гранату с тобой. Минус двоечка и последний. Макмен. Ну давай, выпендрись. Такой бежит боксер тоже мне нашелся. В общем, победа за нами. Давай посмотрим, какое место мы с тобой получим. Я бы, конечно, хотел пролететь сразу же. Ага, и 45-е. Ну ладно, ладно. Элита 3 звезды. Потом пойдут у нас кто? Самураи, да? После элиты вроде бы самураи у нас идут. Ладно, пока не об этом. 12-14. Отдадите мне 13-15. Нет. 12-14. Ладно, хорошо, мы с тобой берем тогда Давида. Слушай, опять у них уровень упал, смотри. Даже тридцатника нету. Ну что же, это шанс дает мне отыграть моих 40-х и уже перейти ближе к 50-м уровню. Окей. Так, начинаем. Бросаем бомбочку. Давай, Майки. Отлично. Тихо-тихо-тихо, не надо буянить. Кофемашину запускаем. Норм. Так, и гранаты. Успеем? Да, все полегли. Слушай,
А у Рокстеди, оказывается, вот эти вот гранаты довольно мощные, ты заметил? Надо будет их как-то прокачать, может быть. Ну, да, ребята, элита 3 звезды. Так, надеюсь, мы с тобой сейчас попадем в самурай. О, 13-15 уже. Берем. Берем. Это у нас ноунейм. Шреддер. Кожеголовый, слэш. Майки космос и майки видения. Отлично. Давай. Хочу их проучить всех. Тут у нас Питхан. Угу. Еще и майки, оригинал. Давай сделаем вот так вот с собой. Массовую атаку. Для начала. Слабенько, но зато по всем. Окей. Теперь вот этих вызываем. Вообще четенько. Ты посмотри. Разобрали на ура. И это мне нравится. Я просто хочу уже дойти до самураев. А лучше всего, конечно же, до сёгунов. Ну, отлично, ребята. Ну вот. Уже хорошо. Так, я думаю, сегодня мы с тобой доберемся все-таки до сёгунов. Может быть, даже до 3 звезд. Хотя не факт. Судя по тому, как у нас с тобой все это медленно идет. Так, 13-16. Ладно, я возьму, наверное, ну, вот этого вот Роберта. Уровень, ты смотри, уже какой. 37-й. Неплохо, 37-й уровень. Опасно. Так, тут есть Хан у него. Дай-ка я на всякий случай возьму, наверное, Рокстеди. Как провокатора. Хоть у нас есть и Донателло, но у него уровень поменьше, послабже. Так что поэтому я Рокстеди сюда заказал. Опа, видишь, что делает Хан со своей инициативой. Вот так вот. Так, бросит. Конечно же, бросит свою бомбочку. Что ты, Рокстеди, хорош грустить. Так, сейчас надо, наверное, Лео попробовать уничтожить. Сможешь, Раф? Будь добр, а? Сделай добро нам. Нифигашечки, он сейчас хильнет. А, нет, не успеет. Давай, Крэнк. Бам. Отлично. Ну, а здесь уже все проще простого. Давай, наверное, вот так сделаем. Криса Брэдфорда уберем. Дальше сделаем вот так. И остается Хан. А Хан еще и... Это единственный персонаж, да, который в этой катке сделал 2 хода. Никто ничего не успел, а он сделал 2 хода. Офигеть. Вот такая вот, ребята, у него инициатива. Ну, как ты понимаешь, тяжело нам теперь будет здесь пробиваться, но через бой мы все-таки попадем с тобой в Лигу Самураев 2 звезды. 14-17, отлично. Очень хорошо идем. Хорошие нам персонажи даются, да? Так, опа. А уровень-то уже 43-й. Так, подожди. Здесь надо будет взять помощь. Вот давай возьмем нейтрализатора. Я думаю, что его пушка должна нам здесь помочь. Причем это массовая атака. Я вот этого больше боюсь, ребята. Леонардо. Классического. Уж больно сильно он бомбит. Так, надо его уничтожить как можно быстрее. Ну-ка, Донни, давай лазером. Да ладно, блин. Ну, а ты? Отлично. Так, теперь. Слушай, я, честно говоря, ожидал большего от нейтрализатора. А нифигашечки и не вышло. Вот такие вот пироги. Твою ж налево. Дело дрянь. Ну-ка, сделаем с тобой поджог. Хорошо, так, теперь кого? Давай, наверное, майки с тобой попробуем ждать. Ага, нифига же не получилось. Отлично. Так, теперь сюда веер. Норм. Так, еще один бибоп остается. И мы его вот попробуем вот так вот. Нормуль, и этого добиваем. Слушай, в плане. Блин, его ребята, убил постепенный урон. А Лапекс не справилась. Трындец. Вот так вот делай выводы. Ну что, самурай 2 звезды. Местечко у нас 67-е. Двигаемся с тобой далее. Так, 14-17, да? Балдырхан. Вот, возьмем его.
Тут уже, ну, в принципе, 41 уровень. Ну, это нормально еще, ребят. Это еще терпимо, но на всякий случай я возьму сюда Ваньку-стиранка. Хотя можно было бы и без него, наверное, сыграть. Но все-таки, ребят, не будем рисковать. Так, понизим броню. Нормуль. Так, теперь волна. Прекрасно. Ванюша, твой выход. Ванька молодец, ребята. Ванька. Лео, ну что ты? Ты меня насмешил сейчас, а? Надо было тебе погибать с честью. Зачем ты сделал свой отхил? Лучше бы ты какую-нибудь там, я не знаю, вертушку прописал бы или пробивающий удар. Отхил здесь, конечно же, тебе вообще был бесполезен. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. И место у нас 12-е. Окей. Так, 14-18. Это Элли. Ну что же, Элли, давай попробуем. Раз, два, три. Так, а вот тут уже больше риска, ребята. 46-е уровни у него. Так что я, пожалуй, возьму здесь Карайку и Змейка Вьюна. Это уже полуимба идет. То есть Карайка и Змейка Вьюн. 70-й уровень. Но это, ребята, подстраховка, понимаешь? Или же просто уничтожение. Одно из двух. Да. Ну ладно, зато мы с тобой отыграли наших слабых персонажей. У меня не было варианта. Мне пришлось так сделать. Ну что же, Самурай 3 звезды нас ожидает. 62 место. То есть еще, видимо, 2 боя нужно сделать нам. Так, только вот, опа, 15-19, отлично. Выбираем. Так, 49-й. Уже 50-й, ребята, уровни. Нас догнали, грубо говоря. И поэтому здесь я сделаю немножко хитро. Вот так вот. Надо отрываться от них. Но вряд ли у меня получится. Теперь меньше полтинников здесь противников уже не будет. Это я тебе точно говорю. А ну-ка, Лео, вжаривай. Нормуль. Ну, я другого и не ожидал. Можно еще взять Усаги, да, на следующий бой. Он тоже один справится. Ну-ка. Какое место у нас? 13-е. Ну что же. 15-19. Вот, о чем я тебе и говорил. Меньше 50-х уже не пойдет. Это у нас Лукас. Ну что ж, берем. Вот как вот мне теперь отыгрывать, а? Ладно, берем побольше 50-х, да? И тогда возьмем сюда Усаги. Почему-то мне кажется, что он должен здесь справиться. При всем при этом он должен на всех повесить постепенный урон. Он обязан, да, Усаги? И Дзимбо. Отлично, ребят. Он справился со своей задачей. У нас еще есть Армагон. Довольно мощный персонаж, который тоже может, в принципе, с удара завалить всех. Так, а мы с тобой переходим в Сёгун. Отлично. Ну что же, в бой, как всегда. И здесь у нас 15-19 у всех абсолютно. Так, ну что, Макс, давай тебя возьмем. Раз, два, три. Четыре. И я возьму Армагона. Слушай, ну по идее по инициативе он должен ходить первым. И сейчас мы посмотрим, достаточно ли будет одного валуна, чтобы всех тут завалить. По идее, да. У него мощей, ё-моё. Видел? Видел, что делает Армагоша? Вот так вот. Ну что же, а мы двигаемся дальше и смотрим сейчас, какое место мы займем. И это 22-е. То есть еще бой и Лига Сёгунов 2 звезды. Слушай, а дадите мне 15-2? Вот. Майкун, поехали. Слушай, нам, наверное, придется с тобой использовать откаты. Раз, два, три, четыре. Да подожди ты, зэк, лезешь. Пять. Блин, я боюсь, если мы сейчас с тобой промахнемся или что-нибудь в этом роде произойдет, они нас тут начнут бомбить. 55 уровень, а у меня еще до сих пор 51 есть в команде. А тем более, сам понимаешь, муха. Ну-ка. Так, морозилка тут еще, блин. Вот, видишь, что он творит? Ну давай вот так вот сделаем.
Железноголовый. Хотя, погоди. Мы лучше знать, что сделаем с тобой. Вот так вот. Теперь запах изо рта. Отлично. И еще одну массовую атаку. Правда, она слабенькая у Рафаэля. Но этого достаточно было, чтобы добить. Прекрасно. Но все равно, ребята, были риски. Я думаю, ты видел какие, да? В чем они заключались. Двигаемся с тобой дальше. Сёгун, две звезды нас приветствует. То есть три боя нужно будет еще сделать. Так, 15-20. Максим. Ладно, возьмем его. У нас все отыграны до этого? Да, все. Раз, два, три, четыре и пять. Массовых атак сколько у нас здесь с тобой? Раз, два, три. Поехали. Еще у Шреддера есть. У Супер Шреддера. Но, правда, не прокачанная, да? Начинаем. Опачки. Так, усиливает атаку. Слушай, дальше я не знаю. Или сердцебиение нам сделать, или все-таки твою. Давай массовую атаку попробуем, ребят. Ох, елки ты палки. Я просто в шоке. Ребята, я в шоке, что у Шреддера делает вот эта вот суператака первого уровня. А если прокачать до шестого, это что ж будет-то? Он будет просто рвать всех с одного удара. Офигеть. Да, действительно, слишком имбовый удар. Так, ну ладно, мы с тобой двигаемся дальше. И здесь какой-то у нас мин. Берем его. Сколько у нас персонажей-то осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Ага, еще на одну боевочку хватит, да? Ладушки, поехали. Ну, если даже не хватит, мы с тобой возьмем, конечно же, через откаты. Ну что? Холопы, получайте. Ой, Кирби не повезло, по ходу дела. Так, я, наверное, все-таки возьму здесь провокацию. Теперь суперудар от Шреддера. Минус двоечка. Так, здесь, наверное... Так, подожди. Давай вот так сделаем. Тынь-тынь, готов. Теперь сюда удар. Ну что, кабанчик? О-о-о-о, гранатку. Ты потише, парень. Не видишь, что ли, что учитель Сплинтер на взводе? Он, в принципе, его и добил. Ну что же, перейдем мы сегодня или нет, а? Перейдем. Уже перешли. Ну что, последний бой у нас с тобой намечается. Так, здесь у нас Зенон какой-то. Какой-то Зенон. Ладно, давай сделаем с тобой вот так. И вот так. Все, ребят, поехали. 50-е место не обещаю, но где-то 60-е, 70-е это точно у нас будет. Нам главное с тобой сегодня надо было бустануть. Мы, в принципе, сделали, да? Давай нафиг сделаем с тобой массовую атаку. Надоело на них любоваться здесь. Хоба, все. Вот и нету этих ребят. Можно было бы, конечно, пройти сейчас испытание. Ту же самую девичью силу на одном дыхании. Но я, наверное, воздержусь, друзья мои. 59-е место. Так, что у нас там в магазине? Ничего нету, тут все нормуль. Так, эти я получил уже жетоны. У нас есть смятение. Ну, это можно, в принципе, ребят, в следующей серии, я думаю, сделать, да? Да пройти его. Да. Ну что же, в общем, итог сегодняшнего у нас буста получается такой. Мы с тобой в Лиге Сёгунов, 3 звезды и ранг 59. Завтра у меня начинаются выходные, соответственно, мы беремся за все игры плотненько и будем потихонечку бомбить. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.